В свое время космос был чем-то новым и неизведанным, таким же, как сейчас криптовалютный мир. Как и космос, криптовалютную сферу украшают множество звезд проектов, которые являются неотъемлемой частью целой экосистемы. Кто-то светит сильнее, а кто-то совсем незаметно. Так и с молодыми и не совсем окрепшими проектами, которым нужна поддержка со стороны сообщества и уже состоявшихся проектов. В современных реалиях основной проблемой проектов становится нехватка финансирования из-за крайне малого охвата аудитории и привлечения инвесторов. Согласитесь, сомнительно инвестировать в совсем неизвестный и подозрительный проект. Именно для этого создаются проекты, которые берут под крыло молодые, но перспективные проекты и помогают им встать на ноги. Ярким примером таких проектов можно назвать платформу «Астронавт». «Астронавт» — это краудфандинговая платформа децентрализованного типа, которая обеспечивает финансирование молодым проектам. Суть работы «Астронавт» довольно проста. Проект находит или отвечает на заявки начинающих проектов и помогает им с продажей их токенов, а также обеспечивает пространство для привлечения новых инвесторов. В услуги «Астронавт» входит продажа токенов проектов, проведение распродаж и лотерей, а также другие важные для проектов функции. Ценность данного проекта для обычных пользователей достаточно очевидна. «Астронавт» отбирает самые лучшие молодые проекты и проверяет их, гарантируя качество каждого стартапа. Представленные на платформе «Астронавт» проекты всегда будут иметь высокий уровень безопасности и надежности, ведь предварительно они все проходят аудит и процесс соответствия к высоким требованиям качества и безопасности. Такой подход делает инвестирование максимально безопасным и выгодным с точки зрения развития собственного капитала, а также в значительной степени помогает представленным проектам. Для удобства инвестирования в различные проекты, представленные на «Астронавт», команда разработала собственный токен NAUD, который является ключом к инвестированию и покупке представленных токенов, а также открывает двери к участию в IDO. Отличительной особенностью «Астронавт» становится продуманная система уровней пользователей, привязанная к количеству токенов. Шкала уровней варьируется от 20 до 125 единиц. Чем больше уровень, тем больше возможностей для участия в особых мероприятиях и распродажах. Какие условия для участия в распродажах? Их попросту нет. Достаточно просто держать токен NAUD в течение 12 дней перед началом распродаж или акций и спокойно участвовать в них. Астронавты не забывают и собственных пользователей и вознаграждают их за приобретенные или нафармленные NAUD. Держатели токена NAUD получают стабильный пассивный доход, просто имея токены в своем кошельке. Важно отметить, что возможность получения пассивного дохода обеспечивается программой распределения части комиссий, которая действует в рамках MVP. Программа MVP является временной, поэтому всем желающим получать пассивный доход с токенов NAUD стоит поторопиться и приобрести их или начать фармить. Также «Астронавт» активно помогает начинающим проектам с формированием ликвидности. Для этого организуется специальный запуск пулов для фарминга определенного токена в паре с известной монетой BNB. Запуск пары производится на платформе «Астронавт», что дает возможность производить все главные процессы в одном месте. Кроме этого, «Астронавт» дает доступ к фарму своего токена NAUD, что позволяет увеличивать его количество со временем. Фарм NAUD действует на децентрализованной бирже AppSwap. Стоит отметить заблокированную ликвидность «Астронавт» сразу на трех биржах – AppSwap, PancakeSwap и JewelSwap. Такое надежное положение проекта обеспечивает стабильность и большой приток начинающих проектов. Начинающие проекты выбирают «Астронавт» по нескольким причинам. «Астронавт» предоставляет по-настоящему выгодные условия размещения своих проектов на их площадке. Обычная децентрализованная биржа забирает целых 50%, в то время как «Астронавт» имеет фиксированный сбор в размере 17-20%. Размер процента определяется желаемой суммой, которую проект хочет достичь в ходе сотрудничества. Так, начинающие проекты не только получают известность со стороны криптосообщества, но и получают до 83% чистой прибыли с инвестиционных распродаж. «Астронавт» является отличной возможностью для начинающих проектов, что для нас – это выгодные условия фарма успешного токена, а также поддержка перспективных проектов. Все самое лучшее имело начало, а значит, если вовремя вложиться, можно сорвать неплохой куш. Дерзайте!